«Христос Восточный» одноименного хутора Афипского городского поселения стал победителем муниципального и краевого этапа конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления муниципального образования Северский район за 2022 год». Это не просто титул. Благодаря этой победе жители хутора получили хорошую материальную поддержку – 800 тысяч рублей на благоустройство улиц своего небольшого, но уютного населенного пункта. Здесь есть газ, интернет и люди, которым не безразлично, где они живут. Руководит ТОСом уже много лет Лидия Васильевна Василенко. О своем доме женщина отзывается с особой теплотой. Родилась она далеко отсюда, но после переезда к хутору прикипела душой. Каждого из хуторян она знает в лицо. Ежегодно ТОСовцы участвуют в различных конкурсах. А благодаря победам за предыдущие годы удалось построить несколько детских площадок и много чего другого. На такой значительный приз в этот раз участники ТОСа даже не рассчитывали. На полученные средства установили освещение на большом участке улицы Толстого. Здесь его отродясь не было, и детворе приходилось брести в школу в ранние часы по темноте. За счет этих средств мы как бы вкладывали их во все нужды, которые нам нужно было. Это создавать условия комфортные для каждого жителя. И жители это понимают. Они выходят на субботники, помогают чем-то. Кстати, проживают в хуторе Восточный порядка 400 человек постоянных жителей, не считая дачников из краевой столицы. Появилась даже новая улица Шолохова. Населенный пункт разрастается. Денежного приза хватило и на то, чтобы отсыпать и Шолохова, и Горького, и Толстого. На остатки денег сделали освещение остановки, установив современные фонари, работающие на солнечных батареях. Не так давно подъездную дорогу к хутору покрыли новым асфальтом. Есть добротный красивый тротуар. Скинувшись деньгами, жители сами установили вдоль него лавочки. А вот на необходимое освещение тротуара денежные средства Лидия Васильевна очень надеется получить, приняв участие в очередном конкурсе, не желая останавливаться на достигнутом. Смотришь, первый раз получилось в конкурсе победить. О, мы столько сделали. Ой, какая прелесть, можно же еще что-то. И вот это вот нас толкает и толкает и толкает.